С 3 по 5 ноября 2015 года на главной выставочной площадке Москвы в экспоцентре на Красной Пресне состоялся 5-й международный форум выставка 50+, все плюсы зрелого возраста при поддержке правительства Москвы и торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Выставка зарекомендовала себя как уникальная коммуникационная и маркетинговая площадка. В этом году ее посетило более 30 тысяч человек. Было представлено 170 российских и зарубежных компаний из разных отраслей экономики, которые год от года находят оригинальное решение для своих экспозиций. Так, компания МТС провела экспресс-курсы компьютерной грамотности и предложила смартфоны и планшеты по специальным ценам. Финансовый партнер проекта 50+, Совкомбанк, пригласил посетителей на семинары по финансовым программам. На стенде компании Unilever прошли мастер-классы по красоте. Традиционно в выставке приняли участие профильные департаменты правительства Москвы. Департамент труда и социальной защиты населения открыл информационно-консультативный центр. Департамент здравоохранения провел профилактику сезонных заболеваний и вакцинацию посетителей. На концертной площадке было представлено 120 номеров различных жанров. Уникальный формат форума выставки привлекает внимание ведущих российских и мировых производителей товаров и услуг. У них есть прекрасная возможность демонстрировать, тестировать и продавать свою продукцию или услуги непосредственно потребителю, людям зрелого возраста. В интерактивной зоне форума выставки прошло более 100 мероприятий. Семинары, мастер-классы, практики поддержания активного долголетия, новые методики сохранения красоты и здоровья. Форум-выставка – это открытая деловая дискуссионная площадка о проблемах демографического старения общества, социальных потребностях пожилых людей. Деловой форум традиционно был посвящен обмену опытом реализации программ по повышению качества жизни людей зрелого возраста, обобщению отечественных и зарубежных практик в этой области. В центре дискуссии – роль государства и бизнеса в формировании рынка товаров и услуг для людей зрелого возраста, новые технологии, достижения и практики по повышению качества жизни, организации непрерывного образования и трудоустройства, новые медико-социальные услуги, представление перспективных социально значимых проектов. Деловой форум – это возможность обмена мнениями представителей госструктур, бизнеса, специалистов маркетинговых и исследовательских центров на единой площадке. На сегодняшний день проект 50+, первая и единственная всероссийская площадка, использующая основные каналы коммуникации и целевые информационные носители, охватывающие все стороны жизни людей зрелого возраста.